Всем привет, с вами Игорь. Сегодня мы сделаем такой эксперимент интересный. Можно ли ездить на солнце? Что у нас есть для этого эксперимента? У нас есть вот такая вот панелька солнечная, 290 ватт, поликристаллическая. И вот такой вот электровелосипед. Мощностью моторчик у меня 350 ватт. И вот такое вот еще солнце у нас есть. Декабрьское. Сейчас у нас 17, кажется. Или какое? Или 18 декабря. Такая солнечная более-менее погода. Ну, правда, на солнце немного дымка есть такая. Ну, подключил я панель. Вот так вот. Вот. Контакты сюда. Провод впихнул, плюс-минус. Полярность надо соблюдать. И вот сюда вот завел. Вот она. Да, вот так вот. О, тут аккумулятор ставится вот на вот эту рельсу. Я вместо аккумулятора включил панель, короче, получается. Так, скорость будем следить по вот этому спидометру. Скорость холостого хода. Так, включаем зажигание. О, у нас светится 4 индикатора только. Почему-то не все 5. Значит, напряжение ниже 36 вольт, я так понимаю. Может, потому что нагрелась панель. Так, пробуем газовать. О! Стартануло колесо. Видно, да? Увеличиваем скорость. Вот 8 километров в час. Индикатор. О, уже один индикатор потух. Понемногу будем увеличивать. Если резко сразу накрутить, то, наверное, напряжение падает ниже. Там на контроллере у меня система электровелосипед 36 вольт. Наверное, падает ниже. Там, по-моему, 31 и отрубает, выключает аккумулятор. Наверное, на панельке проседает ниже 31 вольт, и она тоже его выключает. Вот видим, моргает. Я не знаю, какое напряжение сейчас на панели. Но ниже 36, но выше 31 вольта. Примерно так. 8. Так, будем добавлять понемногу. Колесико раскручивается. 16 уже километров в час. У нас два индикатора уже потухли. Семнадцать. 18. 19. Колесо крутится, в принципе. И один индикатор у нас еще зеленый есть. Если отпускать, то начинается и второй светиться. Видите? Но мы отпускать не будем. Будем накручивать. Так, 19. 20. 22. Вот этот индикатор не хочет тухнуть. Панелька тянет. Колесо уже так довольно быстро крутится. Ну, это уже приличная скорость, если так ехать, я вам скажу. Ну, это холостой ход. 25 километров в час — это холостой, конечно, под нагрузкой такого не будет. Так, пробуем еще газовать. О, уже начинает отключать контроллер. Вот один индикатор остался. О, вот это уже срабатывает контроллер.
29 километров в час. Ну, тоже неплохо. Еще, ну, если до упора ручку газа, там остается буквально сантиметр примерно. Вот, то есть, сейчас солнце такое. Ну, сейчас оно самое низкое в году, это солнце. И очень мало, и энергии с него тоже очень мало. Но, что интересно, колесо крутится. Хоть и на холостом ходу, без нагрузки, но оно таки крутится. И даже мы его разгоняли. А ну сейчас попробуем еще разогнать. На максимум. Ну, 29 до 30 немного не дотягивает. Вырубает контроллер. Напряжение проседает, наверное, до ниже положенного на контроллере. Он выключает панель. Один индикатор у нас светится. О, 30. Даже 30 уже. Ну, больше не. А ну, колесо 30 километров в час довольно быстро крутится. Так, а ну попробуем сейчас с нагрузкой. Будем ногой его немного притормаживать. Что оно нам покажет? Вот я ее калошей своей торможу. Но оно тянет. Я даже и не думал, что оно будет тянуть. Думал только начну его нагрузочку, оно и остановится. Но оно тянет, как видим. Ну не сильно, тут все 11. Индикатор у нас еще запасной есть. Сейчас попробуем еще разогнать даже его. Да, даже тянет с нагрузкой. Еще и так нормально тянет, 14 километров в час сейчас. Ну, сейчас попробуем газку добавить. О, даже так тянет, даже 15. И тянет, я вам скажу. Это декабрьское солнце. А если сильней, ого, начинает падать у меня это все. Так, что я? Ого, капец, стер ботинок. Это же надо. Протер. Да. Ну ничего. Вот такая вот получается электротяга солнечная. Ну, моторчик. Ну, моторчик, я вам скажу, теплый. Да. Такой довольно тепленький стал моторчик. Угу. Тепленький. Вот. Вот такой вот эксперимент. Короче, что я вам скажу, можно ездить на солнце. Даже можно ездить. Я даже и не ожидал такой результат, что на таком солнце в конце декабря еще и оно будет работать. Да. Ну, так и работает. Сейчас попробуем опять разогнать его.
28, 29. О, 30. Даже больше 30. Ну, колесо так быстро довольно крутится. Да. Уже, если газануть резко, то начинает вырубать его контроллер. Только надо медленно раскручивать. Короче, вот такой вот эксперимент. Так что вывод можно сделать из всего этого эксперимента, что ездить на солнце можно. Даже вот в такую погоду, вот на такой скорости, как вы видели, я даже притормаживал, и оно тянуло. Да, вполне можно ехать. Еще и стер немного свой калошу. Ну, то таке. А летом я попробую купить гибкую панель. Есть такие легенькие. Там они без стекла. Ну, просто на куске пластмассы. Гибкая панель такая. 1,50 м. Там 100-ваттная. Попробую ее где-то приделать на велосипеде. И летом прокатиться. Но это будет уже аж летом. Так, ну ладненько. Пишите в комментариях, что вы думаете про этот эксперимент. Все, всем пока.